Сегодня в меню – фаршированные яйца с икрой. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Яйца – 4 штуки. Икра – 2 чайных ложки. Майонез – 1-2 столовых ложек. Для начинки используют все тот же желток, который удаляют из отварных яиц. К нему можно добавить майонез, сметану или любой соус, зелень, сыр, жареный лук, бекон, мясо и прочее. А также вы можете полностью достать желток и съесть его отдельно, а нафаршировать яйца чем-нибудь другим. Подавайте закуску сразу, чтобы яйца не обветрились и выглядели аппетитно. Сперва отварите яйца до готовности, затем отправьте их в холодную воду и снимите скорлупу. Яйца разрежьте на две половинки, аккуратно достаньте желток, чтобы не повредить белковую оболочку. Разомните желтки вилкой и добавьте к ним майонез, можно заменить сметаной, перемешайте. Выложите приготовленную начинку обратно в белковые половинки и украсьте икрой. Наслаждайтесь закуской сразу. Вкусная и простая закуска – это фаршированные яйца. Именно поэтому это блюдо так любимо уже много лет. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!